А, не, норм. Только меня могилу сломал, поэтому инвентарь разбросался вообще везде. Хрени, тут все завалено к херам. Кто горизонт завалил, падла? Да не копай! Шо я пытался себе нормально? Ты обновил блок и меня завалило. Дай мне блок булыги срочно. Я сдох. Не трогай ничего. Я твой блок булыги. Да возьму. Я хотя бы себе подпорку сделаю. Я тоже хочу себе подпорку, мне нужна булыга. Ну так, пока никто не обновляет, оно не будет падать. Это как прикольный песок, который... Песок в генерации, знаешь, когда озеро генерируется. Mm-hmm. Блин, у меня однажды сгенерировался шестиблочный тростник, представляешь? Какой-то накуренный тростник, пиздец. Шестиблочный тростник. И он рос под подобным песком. Блэд, у меня было больше селитры. Выкапывай, выкапывай, сука. Погодь, погодь. Подпорка. Все теперь здесь. А, вот селитра. Эй, так как это работает? Подпорка должна стоять, блядь, под... Нет, не должна. Она защищает 4 в бок. 4 направо, 4 вверх, 4 налево, 4 вперед. Блядь, фонарь. Что я... Ты сказал 4 наверх, она на 4-м блоке сломалась. Зачем ты начал проверять? Ты сказал? Нет. Я не говорю тебе. Плюс оно порушило нахуй, подожди. Тогда есть причины. Вещи не подбирай. Опыт-то всрался уже, видимо. Эх, ладно. Сука, сколько у тебя опыта-то, блядь? У меня было 22 левела. У меня было 6. Сейчас у меня 2. Я никогда так много не умирал за всю игру, как здесь. Никогда не поздно начать. Как видишь, начал. Сейчас, не обновляй, я не хочу умереть. Да я хотя бы выйду за дерево, за сигаретами, за хлебом. Два часа ночи, какой хлеб с сигаретой. Ты чё, куришь? Нет. Ну и не кури. Кто курит, у того рак жопы, а потом легких. Кто воду много пьет, у того рак. А я не пью. Воду. Вот. Да. Ебать, тут эти мотища нахуй. А чё всё так порушилось, блядь? Где выход? А, вот. А ты чё выходишь? Там ещё дохера руды. Иди нахер, я не хочу убирать еще раз. Знаешь, что будет, если сделать так? Неогойный Бразиль. Бро, this is not funny, bro, what the fuck? Тут падение, а то нахуй сам дохера дамажишься. Иди сюда. Я пошел строить хату. Вещи забери хотя бы. Не буду, сам тащи. Нет, у меня инвентаря не хватит. А у меня? Хватит. Иди сюда. С водой, блять, сука. Что? Как мне туда спуститься, выбить туда ведро с водой? Она, вода, воду так нельзя перемещать. Да сейчас я... У меня есть лестница. Крипер! Бывает.
Он взорвал озеро. О, вода. Ботчер. Я, короче, упал, но знаешь, когда падаешь... Блять! Я хотел сказать, знаешь, ведро воды ставишь, короче. И тут же падение. Я то же самое с лестницей сделал, потом умер. Нахуй ты, я оставил землю. Пиздец. Да тут есть доски, сейчас лестницу делаю. Я тебе шею сверну, бля. Пошли. Что ты сделал? Пиздец. Да то смешно. Охуенно. Фари. Funny, not funny. Надо просто нормально лестницу ставить. Погодь, да и я свои вещи соберу. Ты умрешь, если упадешь. Блять. Сука, ты видишь, сколько там мусора, блядь. Зачем ты прыгнул? Я и на шифте не удержался. Тут падение дома очень-очень много. Что довольно-таки херово, потому что оно должно в квадратной этой херне увеличиваться. Ебать, вот. Откуда тут столько дерева? Реально. В твоем инвентаре было столько дерева? Да. Охренеть. Заеду нового. Ебаный фризиэйр. Very humid, блять. Что там на арабском? Хамуд. Хамуд. Хамуда хабиби хамуд. Хамуда хабиби. Да. Хамуда хабиби, хамуд, хамуда хабиби. Чё это за срань? Погодь. Нахуй сломаю этот кусок говна? Дай заберу вещи. Трехэтажная говноварка. Я не могу их подбирать. Я их не подбираю. А еще мы застряли. Возможно. Выберемся. Да. Че удаемся их подвигать? Че, на шифт сломал? Да, точно, на шифт надо вставить, чтобы подбирать. Все. Вот еще бочку забери. Идем дальше копать. Чё за нахуй мемориал, блять? Что это, блять? Могил? Почему она такая пафосная, блять? Ну какая сделана. Да, забери дерево. У тебя мясо? Или я его съел? Ты его съел. Вот. О, скинь мне дерево, я сделаю под... Один стол. Не скупись на подпорки. Вот тебе мой совет. Не делай подпорки, нахуй. Реджект. А, сломай херню. Какую? Кирка у тебя? Нет. В смысле нет? А, нет. Вот он. На. Твою мать, я тебя захуярю. Сам копай это говно, мне нужно, сука, топор бокс. У тебя? Нет. На. Чё еще не у тебя? Факела. На. Да пиздец, нахуй я выйду из этой шахты сегодня. А копать кто будет? Негры. Ты охренел? Ну вот, иди сюда, бинарный. Я.
Бишь, как Фрейд, я личность. Слишком боишься умереть? Нет, блядь, слишком боюсь, что, сука, все стаки дерева, которые я нарубил для дома, пойдут по пизде. Я до сих пор не знаю, как нормально блоки крафтить. Этот сраный конгломерат меня заебал. Какие нормальные блоки? Кирпичи говна. А, вот эти. Сейчас тебе надо. Сено. Сено. Да, тебе нужно сено. Берешь нож каменный. Смотри, как его красить. И добываешь траву. Косишь. Каменный, сука, нож. И как он, блядь, Stone Knife, блядь. Ну да. Ты, короче, берешь два камня в руку и вытесываешь. Какой из этих двух, блядь? Каменный нож? А, тот, что без рука. Так, пал. То есть тупо лезвие каменное. Лезвие, гранит, кнапинг, блядь. Там без разницы, какой камень. Где кнопить, блядь, это говно? Ну, бери в хотбар два камня и ПКМ жмешь. Два камня, блядь. Бочку, кстати, у тебя со спины положи там просто. Где-нибудь. У дома. Before time, a first spin jutsu master. Created Ninjago. О, он это сделал. Да, ну это легче, чем я думал. Потому что есть Нэ, а раньше не было, рецепт нельзя было так смотреть. Нужно было их знать. Фи, какую траву мне резать? Растительность или что? Ну, просто обычная трава. Не вижу ни одной, сука. В этом и проблема. Зима, нахуй, на дворе, блядь. Не, она все равно есть. Сука, вот эта маленькая залупа поверх блоков, это ведь трава. О. Солома. Да, солома. Шалом, шалом, тебе не хворать. Которые говорят ТФК. Окей, сколько у нас стаков? Ну где-то на одну бочку. Не знаю, насколько это эффективно. Возможно, легче дюпать порох. Дюпать. Знаменитый дюп пороха. Тут, короче, есть трава, из которой делается порох. Когда ее ломаешь, иногда падает две. Все. База. Похоже, забагованный пар, блядь, над горячей водой, это пиздец. Почему забагованный? Ну, у меня он выглядит как, знаешь, короче, дырки в воде. Лед забагованный. Пар выглядит как дырки в воде, буквально вода исчезает, и вместо нее вот эти частицы пара, которые как бы опытные. Одним словом, лайк, хуйня. Амбициозное путешествие за миллионом травы. Лол. А это пресная вода. Блять, ебанская древесина, сука, какая не вижу. Хочешь, я из нее сделаю уголь? Я просто ее неправильно поставил. О нет, мод на всратые реки. Почему всратые?
течение, блять. Круто. Лол, я нашел красивое место, где есть, знаешь, арка, короче, из камня над, да, рекой. Там еще руда и уголь рядом и алюминий и еще что-то. И жопа. Еще одна такая же река, бля, только маленькая. Так, ну мы вроде все. А, стоп, что я куплю? У меня же кости есть, я же могу костяную муку ебануть, нет? Не могу. Так давно такие простые вещи стали говном. С момента добавления этого мода. Реки, кстати, другой мод. Нет, ФЦ. Я угораю от того, что тут река буквально идет параллельно океану, а потом еще водопадом идет в... Короче, она идет параллельно океану, и потом в нее впадает, блядь, водопад и горячие источники, и она только потом впадает в океан. Ну, они в Саратоге генерируются, но красиво. Они всегда идут в океан. Я бы их сделал намного длиннее, только я не знаю как. Возможно, так не верю. Фанат сраной Амазонки. Ну, охрененно же. Не база же. А потом на берегах этой реки начинают селиться разумные обезьяны. И? Стрёмно же. Потом разумная обезьяна надевает красную маску. No. That was not